Губернаторы смогут избираться более чем на 2 5-летних срока, если эту законодательную инициативу поддержат в Государственной Думе и Совете Федерации. В Госдуму внесен проект по изменению сроков полномочий для губернаторов и депутатов региональных заксобраний. Авторы документа Андрей Клешас, глава Комитета Совета Федерации по госстроительству, и Павел Крашенинников, депутат Госдумы, также предлагают при этом расширять основания для досрочного прекращения губернаторских полномочий из-за утраты доверия президента. Будут закреплены такие меры ответственности, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей. Согласно документу, должность губернатора предлагают заменить на должность главы субъекта.